Всем салам алейкум и здравствуйте, мои хорошие. Я смотрю в интернете столько неадекватных людей, которые, не знаю, пишут там глупости, пишут комментарии, пишут оскорбления. Не знаю, кто-то цепляется за внешний вид, кто-то цепляется, почему ты сидишь в ресторане. То есть, ребята, откуда эта деградация? Один армянин вообще там умудрился мне написать, что типа ешь сало, ешь свинину. Ребят, может, это все-таки не ваше дело, кто что ест, кто что одет. Может, вы уже из состояния деградации все-таки выйдете в свет, в мир, то есть вы поймете и научитесь уважать культуры других народов, научитесь уважать религии других народов. Почему вы считаете, что вы имеете право кому-то делать замечания в чем-то, в том, что абсолютно вас не касается? Ведь у вас есть своя жизнь, свой выбор в этой жизни. Почему вас смущает платок? Почему вас смущают культурные люди, образованные люди, не знаю, люди, которые хотят жить честно? А знаете почему? Потому что, наверное, ваше мировоззрение, в вашей душе этот мир настолько вашими глазами грязен, что вы считаете, что это и есть для вас норма. Но это не так. Каждый говорит о том, что его беспокоит. Если какая-то женщина, либо какой-нибудь мужчина обвиняет кого-то, именно настаивая в чем-то и говорит неправду, поверьте, значит, у этого человека именно по этой теме есть какая-то проблема в его жизни. Как бы, армяне, угомонитесь. Вы уже реально надоели, вы уже давно нам не интересны, потому что все уже. Тема закрыта. Карабах, Азербайджан, и мы уже живем абсолютно в другой атмосфере, не в атмосфере, которая связана с вами.